Пускай хоть один какой-нибудь пострадавший зайдет. Начнем. А, тут, кстати, ты знала, сейчас типа кто-то будет заходить, ему можно приветики махать. Знала, не? А, ну сегодня, если ты в курсе. Вот можешь всем поклаться там. Ну, даже кто зашел. Ну, ладно, тогда погнали. Так, типа, блядь. Угу. Все так просто не закончится, как я думал. Ну, люди, люди. Блядь, засранка. Отдай. Во. Фокус. Не фокус. Короче, все в школе, походу. В школе. Так, это мы выбираем. Пофиг там, походу. Точнее, не походу, а самое главное потом хотя бы видосик сохранить. А дальше не важно. Так. Ну чё, погнали. Там если будет что-нибудь писать, можно почитать. Блин, вот как бы... Вроде уже не первый, далеко не первый покон скрываю, все равно руки трясутся постоянно. Ну, не так, как первый раз, конечно, но так или иначе. Акушерк. Кто это там пишет? Не вижу, блядь. Ну ладно, вон Атоха. Связи. Ну да, можно сказать и акушер, что бы и нет. Так. Ух ты, тут прям не все так плохо, как я думал. Поближе покажу. Привет, Натаха, привет. Давай, гадай. Кто тут? Чего тут? Пока. Пока ты одна, у тебя есть шанс угадать. Так, нимфы первой стадии. Вот одна хрень, которая не смогла перейти. Вообще. Да, есть тут, конечно, и неоплод. Спрашивает альбатулоза. Да нет, ты чё, какие нет, Натаха, ты за кого меня принимаешь? Я такие вещи не держу, слава богу. О, тут даже порченое есть одно. Вот. Видно там, нет? Видно. Так, чё? Надо в инкубатор рассыпать. Не, ну в целом кокон как бы
вполне приличные, я так смотрю. Да не, Натаха, не, ничего чесучего у меня из ближайшего времени вообще не будет. Тем более попана. У меня там одна эта самка хроматуса сидит уже чуть ли не год спаренная и никак не расчехлится. Да, кстати, на всякий случай скажу, мало ли, вдруг кто-то будет это смотреть в записи. Вот эта вот хрень, ой, блин, короче, в общем, субстрат, который обычно налипает на верхнюю оболочку кокона, так сказать, желательно, чтобы в инкубатор вообще не попадал, потому что он там потом начинает плесневеть, и ничего хорошего с этого не выходит. Во второй стадии, кстати, видно вот прям буквально свеже-свеже полинявшие недавно. Не оплод. Видно его. Вроде видно. О, Натаха, все в точку. Тебе приз. Да, угадала. Со второго раза, по-моему. Ну, типа. Ну, это же Натаха. Так. Это лучше Альбы. Да, ну, в смысле лучше. Ничем не лучше. Этих хотя бы, во-первых, поменьше. Во-вторых, как бы, даже если они никому особо не нужны, я их себе оставлю. Мне они нравятся, поэтому мне похеру. Так, что тут осталось? Вроде никто не прилип. Так, вот этих еще товарищей. Так. Ну, кстати, одна нимфа первой стадии, судя по всему. Мертвая. Ну ладно, ее тоже в инкубатор закину. Если что, сожрут ее там. Там больше никто ничего не пишет. Так, стоп. Блять. Домой дошла уже с пауком. Вот это везение. Человечески кисточкой сделаем, чтобы не бомбили. Так, о чем мы по факту имеем? Получается, два порченных. Одно вот прилипло. Одно так болталось. И одно яйцо не оплод, которое я нечаянно раздавил. Ну, это, в принципе, фигня. Я сейчас еще в инкубаторе покопаюсь. Ну, по-моему... А, нет, вот еще одно не оплод есть. Одно не оплод, одна вот нимфа мертвая. Повода. Ну, кстати, их будет легче потом, после того, как нимфы немножко расползутся, их будет реально легче отсюда выколупать.
Так, нет, что-то я, конечно, погорячился тут, в общем, в общей сложности, если покопаться. Штук 10 неоплода точно, наверное, наберется. Некоторые подсохшие, некоторые... Как-то странно еще тот факт, что есть прям свежие нимфы первой стадии. Хотя основное большинство второй стадии, а эти, которые первые, у них даже еще какого-то хрена, даже лапки еще не темнеют. То есть они какие-то отстали в развитии, так сказать. Так, ну да ладно, короче, здесь я потом буду колупаться уже более основательно, когда все расползутся. Ну, в общем, вот такое примерно какое-нибудь количество, не знаю какое. Потом запущу угадайку, будете угадывать, сколько здесь штук. Все, goodbye, всем спасибо и пока.